Большие города. Пустые поезда. Привет всем! Вы на канале «Уроки игры на гитаре» от Романа Гаврилова, выпуск номер 2. Сегодня мы выучим песню группы B2 «Полковнику никто не пишет» 2000 года выпуска. Научимся играть мелодию куплета и припева. И я думаю, мы быстро справимся. Поехали. Куплет. Раз, два. Два, три, четыре. Раз, два. Та же самая фраза повторяется. Раз, два. Два, три, четыре. Раз, два. Да, очень такая удачная мелодия для гитары. Разбираем. Начинается открытая четвертая и третий лад на третий. Туда-сюда играется. Открытая, третий, открытая, третий, открытая, третий. Тут аж целая нота. Целая нота, напоминаю, длится целый такт. В такте 4 удара. 4 четверти. Раз, то есть раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. То же самое. 4, раз, два. Два, три, четыре. И потом такая фраза. По третьей струне играется. Два раза в третьем ладу. Потом в пятом, в третьем. Открытое третье. И второе на третье два раза. Вот. Кстати, если вы играете один, можете добавить еще ноту аккорда для красоты звучания. Получается так. 4, раз, два. 3, 4, раз, два. 3, 4, раз, два. За первым разом добавляется нота в третьем ладу на шестой струне. Одновременно две струны надо сыграть, третью и шестую. Потом опять то же самое. На этот раз в первый лад на четвертой. Тут квинта будет. И третий на третьей. Потом опять мелодия. В басу третий лад на пятой. Потом с открытой четвертой, второй лад на третий. Да, должно получиться так. Можно даже играть бас четвертями. Раз, два. Три, четыре, раз, два. Два, три, четыре, раз, два. И это мы сделали. Это, кстати, первые шаги на пути к фингерстайлу, да, когда играется одновременно и аккорды, и мелодия. Так, поехали дальше. Припев. Мелодия припева. Два, три. Такой проигрыш можно тоже. Я думаю, будет достаточно с припевом. Итак, четвертая открытая, третья открытая, первый на второй, третий на третий, открытая третья и открытая четвертая. Такая фраза. Начинается после второй доли. Раз, два. Половинная с точкой, то есть три счета длится. Раз, два, три. Потом повторяется открытая. Первый. Вот эти три ноты. Открытая четвертая. Первый на четвертой. И опять открытая четвертая.
Раз, два. Три счета. Два, три, в четыре добавляем. Раз, два. Потом можем сыграть такую вставку. Третий лад на второй, первый на первый, потом интервал. Тритон. Четвертый на второй и пятый на первый. Половинная длительность. Раз, два, потом третий на второй и второй на третий. Вот эта вставочка играется после третьей доли. Раз, два, три. Потом опять повторяется те же самые ноты, да? Открытая четвертая, открытая третья, первый на второй, третий на третий, открытая третья и четвертая открытая. Потом играем на октаву выше эту же ноту. Третий лад на второй струне. Рядышком в четвертом. И опять третий. Потом еще пару нот. На третьей струне в третьем ладу два раза. И во втором. Потом то же самое играем на октаву выше. На первой струне шестой лад и пятый. И закончим в третьем ладу на первой струне. Давайте медленно целый припев в ритме. Раз, два. Раз, два, три. Три. Конечно, соединим куплет с припевом. Давайте просто мелодию. Раз, два. Два, три, четыре. Раз, два. Два, три, четыре. Раз, два. Два, три, четыре. Раз, два. И сразу же припев. Два, три. Два, три. И конец. Готово. Вот мы разобрали самые основные части песни «Полковнику никто не пишет». Я, кстати, буду еще выкладывать следом за этим видео с нотами. Там будут ноты мелодии, сверху будут аккорды, а потом еще вариант аранжировки в стиле фингерстайл. Да? То есть одновременная игра аккордов и мелодии. Ну, самый простой вариант. Я думаю, там не будет никаких сложностей. Так что можете найти на все песни, которые на моем канале есть. Есть и ноты. И там, кстати, есть табулатуры, да? Кто еще ноты не выучил, есть табулатуры, то есть циферки, да? Циферки, в каких местах нужно прижимать струны. Очень облегчают жизнь всем гитаристам. Но рекомендую учить ноты. Ноты – это как дополнительный язык, который вам поможет. И поэтому вам не обязательно держать 1000 мелодий в голове, достаточно достать нужный листик в нужный момент и сыграть сразу же нужную классную мелодию. Ну, в общем, спасибо, что были со мной. Желаю вам успехов. Увидимся в следующем выпуске. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайки, комментарии и все дела. Большие пока-пока. Города.